итогового жюри. Что он там с вами делает? Костя пришел, никакой. Ты пришел, никакой. С самого начала уже заблудился. Уже с самого начала начал совсем не так, не по музыке, не везде. Рит что-то не упала на колени. Что случилось, Ритусь? Вот просто все мимо. Просто совета, все мимо, почему не понятно. Это дело все с закрытыми глазами. Только что вот прокатал, вообще все было. Жалко. Маргарита Дробязко, Дмитрий Миллер, оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,94 балла. Общий балл 11,86 балла. Раненый Ториадор в конце не удержал свою смерть в поддержке. Светлана, вы единственная, кто оценила этот номер по высшему баллу. Слово вам. Знаете, ну и что упал, ну и что не удержал. Скользко же все-таки. Я сразу поняла, что здесь Ториадор и смерть, и эта тема мне близка, потому что я сама танцую Кармен, и я сразу разглядела такие ноты здесь. И не знаю, я надеюсь, что, ребята, вы довольны своим выступлением, потому что мне очень понравилось. И технически, и... катались отдельно, и партнерша не везла за собой партнера, как профессионалы делают, катают, что я часто вижу. Он сам стоял на льду, сам ездил. Мне это очень понравилось. Спасибо большое. Посадобль — это все-таки мужской номер, мужской танец. И, конечно, с самого начала мне очень понравилась эта именно придумка. Мне очень понравилось. Я сразу была вовлечена, я тоже была на кориде, я видела. И Ториадор всегда связан со смертью. Он связан в любом случае. Или он, или его. Всегда. Смерть присутствует и летает здесь. И это было, я думаю, что Илюшина работа была сегодня прекрасной. И очень интересной. Я не видела никогда такой интерпретации. Но я привыкла к их катанию очень чистому. И к такому, знаете, Рита не боится ничего. Она уже просто на него кидается. Вот. Мне было уже вот отсюда видно, что он сейчас упадет. Не тогда, когда он упал. Ну, дело педагогов, знаете, рассматривать. Мы всегда видим заранее. Заранее видим, упадет или нет. Вот здесь уже было видно. И, конечно... испортили финал. Молодец, что выкрутился. Хороший артист. Молодец. Но финал испортили. А если испортили финал, я 6-0 не поставлю. Победитель, понимаешь? Вы сейчас бы сидели бы со всеми шестерками. Вот и все. Ребята, я признаюсь, я очень люблю вашу пару. И вместе с вами всегда переживаю удачи и неудачи. Вот сейчас, когда случилось это обидное падение, я клянусь вам, я заплакала просто. Я видела вашу тренировку. Вы были просто великолепны. Что случилось во время проката, Дим? Как дрогнул я внутренне. Поехал и... вдруг почувствовал, что, ну, вот, потом справился на середине, ну, то есть я справился с волнением потом, но в финале оно, видимо, выскочило где-то, и я не добросил Риту до плеча, и она у меня на руке, и такая ситуация прям
Скользкая. Ситуация скользкая. Это никто не спорит. Рит, твой партнер от волнения не может выговорить ни одного слова. Поясняй. Ну, на самом деле, ну что ж делать? Ну, бывают и на Олимпиадах такие падения, и где угодно, и ничего с этим не сделаешь. Это жизнь... Пока нестабильность, да, вот такая. Прошлый номер откатали шикарно, этот вот, вот так. Но, видимо, может быть, в этом и драматизм этого проекта, что, что из лидеров номинацию обратно, дай бог. Вот, так что, ну, не будем отчаиваться, надо просто, чтобы на ошибках учиться, чтобы приходила стабильность. Конечно. Вот и все. А всем все равно спасибо большое за поддержку и за снисходительность и так далее. Просто жалко, что... работу Ильи, потому что сделал шикарный номер. Илюша, спасибо тебе. Очередной очень хороший номер. И просто жалко так, что мы опять вот так его прокатали. Ну, прости ты нас. Следующий, вот обещаем тебе, клятый, будет чистейший. Кажется, я поняла, в чем была проблема. Илья, ему просто не хотелось умирать. На самом деле. И ничего, живи, Дим, живи. Удачи вам. Держитесь. Спасибо. Thank you.